Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Mana Spark. Мы с вами остановились на том, что приобрели, собственно, новую скиллуху, а именно заморозку для наших врагов, чтобы им жизнь с сахаром не казалась, и, конечно же, я думаю, что нам удастся сегодня затащить. Я, правда, не помню, какие у нас предметы, у нас в основном дамаг, да? У нас в основном дамаг. Скорость атаки чуть-чуть увеличена, замедление снаряда врагу, повышение урона... монеты повышают удачу, ядовитая атака и еда повышает удачу, увеличение здоровья. Какие странные описания. Ладно, погнали. Так, оболившийся туннель третьего уровня. Это мы прошли с вами первого босса, получается, да? Как бы нам лучше поступить? Давайте сюда, вот сюда в одну комнатку забежим, потом пойдем вниз, а там уже... Твою мать, у них бушники появились. Что это за херня была? Что это было? Что за демон ходит? Тише, тише, тише. На. Блин, я опять... Там вода была. Бляха-муха, тут взаимодействие объектов есть. Размораживайся быстрее. Почти. Держи. Яд на него не особо работает. Держи еще гранейт. Во, теперь сработало. Ясно. Релот слишком длиннющий. Ай, собака, больно, слушайте. Очень больно бьется. Минус 2 хп просто одним скиллом. И никакой жратвы, естественно. Так, ладно, пойдем ли этой змейкой тогда. 2 хп, сейчас бы сдохнуть вообще нормально было бы, да? Так, яд отлично работает. Хоп, ушли. Красавчик, он в урку попал. Он притянул урку, лол, я не могу. Ой, дебилы. ХП-ха, наконец-то. Мимо. Стой, как стоишь. Красавчик, еще разок. Ну-ну-ну. Нормально зашло. Главное жертву забрать. Одну ХП-ху только получил. Ясно, вроде там написано было, что какие-то бонусы имею, но... По всей видимости, хрена мне лысого. В ногу надо. В ногу. Замри. Отлично. Заморозка работает шикарно. На еще. И третий давай. Нам нужно релот ускорить как-то. Было бы вообще найс. Да что ж ты щит так ровно четенько держишь? На, в ногу. Хе-хе, собака. Так, хп-ху забрали, найс. Там еще две вражины должны быть. На, в голову. Нормально яд работать начал, слушайте. А здесь где враг? Что это вообще было? Я даже не понял, что я убил. Ладно, идем змейкой. А, это какие-то улитки висят на этих. Нет, это не улитка. Хера себе, откуда вас столько? Пошли нахер. Уйди, изыди, держи. Ты меня так по ушам лупит. Как будто звук X3 у меня сейчас. Внезапно стал. Они сдохли на этих? Нет, там еще один остался. Держи. Отличное попадание. Спасибо большое. Руны по чуть-чуть у нас появляются. Твою мать, яд. Нет, не надо было в него вступать. Скелет, иди в яд. Красавчик, и держи заморозку. Замороженный еще и в яде. Ой, кстати, у него щит другой. У них раньше были деревянные щиты. Стоп, а как я здесь пройти должен? А если я заморозку кину и пройду, что будет? Отлично, меня не травит тогда яд. Заморозка нам оказалась 2 раза полезнее, чем я думал до этого. Это ли не чудо? Так, сейчас мне жопа будет, похоже, да? Сразу уходим. Красава, обходим сюда. В смысле в щит? Нет, стоять. Стоять, замри, падла. Пошел нахер, вот за хп-ху спасибо. Так, восхитительно, там 2 мага. У них вроде бы как... Наверное, всяк пожарный этот факел рубану. Ну. Красава, потому что если это чмо сделает турели с факела, я к этому не буду... В смысле, они круг вокруг меня наколдовали. На тебе в харю. О, перекатом меня не дамажит, найс. Держи в харю. Держи в харю. Так, один сейчас сдохнет. Нет, фаербол. Держи. Держи. Дай твою мать. Нихера, что творит, а? Ты чё, демон, разошелся? Воплоти. Да, моя стрела все-таки не тушит огонь. Тема не работает. Так, давай, уберись. Красава. Так, здесь где-то еще один товарищ потерялся у нас. Товарищ, ты потеря. Твою мать, нет. Это ж надо самого себя было заморозить. Уйди, отпути.
От пути, плиз. Опа, ты пытался. На. Ой, что-то мы постоянно по граде ходим. Нехорошо получается. Сейчас мы потратились. ХП хуп возобновили, но уже в этот раз не всю. Короче, мы так дойдем до очень плохого состояния, мне кажется. Заброска. Не совсем вовремя, ладно. И так нормально надамажим. Почему у него щит появился, кстати? Твою мать, какой нахер топор? Я забыл, что эта урка херней бросается. Иди в сраку. Иди в сраку, иди в сраку. Не. Жопная боль, боже, я ее опять чувствую. Ах, выбросить. Так, дратуйте. Что у вас тут происходит? Кстати, надо сейчас с барышней поговорить. У меня есть 22 руны. Я все еще думаю, что есть люди, которые могут присоединиться к нам. Дай мне больше рун. Сколько тебе надо? 2 руны. Забирай. Ищи. Ищи. Так, дед, что у тебя? Итак, вы один из тех людей, которые пытаются разрешить недавно тайное похищение. Приятно видеть, что есть еще люди, желающие бороться. Вам никогда не придется сражаться с пустым животом. Я не совсем понимаю фишку. Они вроде бы как активны, вроде бы как и нет. Так, вы хотите поменять своего текущего персонажа на Асику, стражницу. Ну давайте посмотрим, какая между ними разница. Воу, у нее есть 3 скачка резких. А я не могу проверить ее атаку в данный момент. Но у нее движения как-то специфические. Но вот этот скачок мне дико нравится. Правда, я уверен, что я им вопнусь в какую-то стену или еще что-то произойдет дурацкое. Так, я отвечаю за скрытые штуки, причиняющие боль, работаю сделать их более болезненными, да. А мы нашли заморозку, но... Блин, заморозка крутая вещь, по идее. Но она у нас не на постоянке, я так понял. Давайте, короче, если что, замедление прокачаем. Пока что, а все остальное оставим. А, у нас теперь замедление как постоянный скилл. Я его, блин, проверить не могу. Тут есть какой-то мини-лесочек или какой-то тестовый зал небольшой, чтобы я мог протестить. Видимо, нет. Ладно, попробуем арбалетчицы, раз на то пошло. Так, и у тебя, в принципе... Ну, капкан, я сомневаюсь, что нам... Хотя... Но мы, мне кажется, один скилл можем выбрать, потому что написано «закрыто» и «выбрано». Мне что-то кажется, что у нас только один скилл может быть. Ну ладно, давайте капкан возьмем. Выбрать, да, мы можем выбрать только один скилл. Ладно, возьмем пока что тогда капкан. Ой, капкан, говорю. Сетку затормаживающую. Так, ну давай смотри, что у тебя за атаки-то. Хера себе. Если у них еще и дамаг хороший, Ясика, я тебя начну любить просто. Вы посмотрите на эту скорость. Может, дальность херовая, подождите. Дальность отличная. Что происходит? А, я так и знал, дамаг говно. Я так и знал. Если мы обычных пауков с 2 болтов убиваем. Но это как бы звоночек, вы понимаете, да? Я уже молчу про то... Серьезно, я рычаг могу нажать болтом арбалета? На собаку тогда вообще 4 должно уходить. 3 ушло. Но хрен знает, серьезно. Хрен его знает. Будем надеяться, что нам тогда выпадет бонус на чистый дамаг. Тогда мы будем разносить просто щи, как ни в чем не бывало. Так, до свидания. Вылазь, мразь. Ну вылазь! Но, твою мать, есть. Так, здесь у нас что? Это банка какая-то. Повышение здоровья атакующего вас враги отравляются. Неплохо. Это затея неплохая, пусть будет. Так, рычаг дергай. Все, можем валить. Это в целом не так, чтобы прям ого-го, как круто, но это неплохо. Так, взрывайтесь там. 2 пауков снесли. Случайненько так. До свидания. До свидания. Да хватит спаунить их, ну. Да будь ты проклят уже, ну, все, найс. Эд, забрали, больше ничего нет. Я, кстати, рывки не использую, очень зря. Они халявные, быстро восстанавливаются. Так, особая комната, да я, в принципе, вообще монету ни одну не нашел, лол. Но мы можем ХП пожертвовать. Давайте, один рандом... А, стоп, что я сделал? Мне нужно получить урон. Спасибо. Так, хоть что-нибудь возьмем. Плиз, плиз, плиз. Так, овощи, что-то понятно. Так, бесплатная еда... После выхода из комнаты, скорость передвижения. Но мы можем быть очень скоростными. Но вот эта штука как бы полезная, но нет. Давай, короче, скорость тогда. Все, будем теперь, мать его, летать.
Мы теперь особо будем бояться закрытых пространств. Вот что я могу сказать. Когда нам некуда будет сдриснуть. Так, сейчас сразу в огромный зал попадаем. Твою мать, ясно. Не кидайся топором только, все остальное прощу. Да что ж ты живучий мразь такой, а? Да он на ежа похож уже, вы чё? Это не серьезно. Мне срочно нужен апчик. Иначе будет плохо. Оп. Рили? Это ненормальная тема. Это абсолютно ненормально, что они столько дамага переживают. Серьезно? Я на такую херню не соглашался. Верните мне обратно моего лучника. Там я хоть четко знал, на кого сколько мне надо потратить. Чтобы оно откинулось. Уйди от меня. Зато я на ходу могу настреливать. Это неплохо, ладно. Так, с ХП надо что-то решать, слушайте. Это не шутка. На вхарю. Оп, красава. 4 стрелы, точнее, болта в него вошло, ему хоть бы хны. Алло. Ничего не кажется странным, нет? Да пошел ты нахер. Он какой-то болтоустойчивый или что, я понять не могу. Да какого черта, я в тебя уже столько настрелял, ну? Это ненормальная тема, абсолютно. На вхарю, на вхарю. Опа, ты пытался, на в ногу. На в щит, да отстань ты от меня. Ой, сложно с вами будет, ребятки, ой, сложно, я прям уже чувствую. Но хоть мы активнее двигаемся, уже плюс. У меня ж пол хп, тихо, куда ж ты зарашивать начал, тихо. Красава, забрал одного малого. На в ногу. Тихо, что ты творишь? Я даже малого не могу ваншотнуть, лол, это же вообще жопа. Ой, лучше я буду уже лучником, серьезно, ну нахер, я к таким потерям не готов. Так, ты кого-то еще привел, да? Сколько у нас, 11 осталось? Могу прита... Боюсь, в округе уже не так много людей, я продолжу осматриваться на всякий случай. Окей, так ты, товарищ, что предложишь? Взгляните на мои рецепты. Фаршированные яйца. Эти фаршированные яйца увеличивают ваши шансы найти монеты. Давай. Давай фаршированные яйца. Что у нас здесь? Черный хлеб даст вам больше здоровья. Каша сделает вас сильнее. Этот суп из капусты заставит вас атаковать быстрее. Но сейчас рун не хватит. Верни мне обратно охотника, пожалуйста. Лол, я хоть могу теперь увидеть, как охотник выглядит, смотрите. Вот как он выглядит. Мать его, Робин Гуд ходячий. Так, дорогуша, я от тебя уже отвыкнуть успел. Так, а стоп, я скилл единожды покупаю? А, нет, я его могу выбрать. Все, окей. Давайте я даже, наверное, возьму, попробуем не этот скилл, а вот этот. Я ни разу не видел капкан. Так, эта поездка почти добила меня. Пожалуйста, дай мне восстановить силы, скоро я снова смогу ясно мыслить. Так, а с хавкой что? У нас типа она висит как этот? Как баф постоянный? Ну, написано, что выбран он. Соответственно, скорее всего, да. А в чем суть бафа? Я уже забыл. Шанс найти монету увеличен. Проверяем. Столовое лагерь, бонусные карты. Ну вот, видимо, столовое лагерь. А куда она пропала? Верни. Так, выбрано. Проверяем. И вот, да. Найти больше монет. Отлично. С этим уже можно работать. Погнали. Надо только побольше рун найти. Надо поднимать срочно скорострельность, иначе далеко не уедем. Так, здравствуйте. Да ёпперсты, деревья проклятые. Так, надо капкан протестить. Держи капкан. Найс! Рабочая схема. Причем, что он сразу... Что у меня сегодня с языком будет? Релодится сразу. Сейчас, если мы его поставим... А если я на него наступлю? Ничего не... Я что, не один могу кидать? А, нет, он закрывается, ставится новый. Это шикарная штука, слушайте. Если за нами кто-то гонится, сразу ему под нос. На вхарю и все. Брейс. Брейс. Красава. Так, все, отсюда валим. Первый уровень, с ними все ясно. Тут опасности, по идее, нет. Опасность совершенно в других местах. Так, там у нас перекрыто, давайте сюда сбегаем. Здравствуйте. Молодой человек, свалите. Тут проще нажать. Ух, шах, кадешка большая. Я там внизу кого-то видел, по-моему. Не? Не, нету, так, собакин и... Чмо маленькое. Не-не-не, собаки, нельзя, фу. На. Красавчик. Не, капкан все-таки полезная штука.
Наковальня, это, по-моему, чистый дамаг, да? Да, повышение урона, найс. Ну а теперь мне надо повысить скорострельность, и я буду доволен. Воистину, пока что как-то не очень. Так, скелетон, держи. Иди за мной. Иди. Красавчик. Послушный мальчик. А монет реально больше падает, кстати. Щутки щутками, но это истина. Так, особая комната, замечательно. Давай, скидывай руны. Это у нас их 10 теперь. Блин, не хватает чуть-чуть. Ладно. Запускай. Блин, а турель сколько стоила? А, 5. Все равно бы не хватило. А, так, урон увеличен, ХП понижено. Стрельба. Больше шанс найти двойной предмет. Стрельба дополнительным снарядом. Что-то нихера не ясно, но это самое лучшее из того, что я вижу. Оу, щит! Правда, меткость у меня теперь говно. Не надо по диагонали целиться, чтобы попасть по врагу. О, да, детка. Одну монету стоит хавка. Вообще охерели. Ну, по идее, если враг будет один и большой, то двойной выстрел очень даже найс. Это очень даже найс. Так, дратуйте. Есть кто? Воп, мимо. Подходим в упор и дабл выстрел. В смысле выстрел? Не говорите, что у меня урон разделяется, пожалуйста. Я ж с ума сойду. На. В смысле, он умер? От капкана и двух стрел? Нездоровая херня какая-то. Лол, он на меня замахнулся, но урон не успел нанести. Вот это забавно. Пошел нахер. Да ладно, мы чё? Не, они вроде разлетаются. Держи. А, собака, я видел, что ты целишься. Иди сюда, иди. Давай, цап-цабе. Красавчик, урон получен, урон получен. До свидания, жратву давайте. Ну, не до конца дохилил, ладно. Ядовитый цветок, вообще найс. Вообще найс. Так, иди сюда. Бррр. Мне кажется, ли, когда мы целимся во врага, то стрелы все-таки две штуки летят во врага. То есть не происходит какая-то жижа неясная. Не, ну с капканом, конечно, веселее работать, однозначно. Тут спорить не буду. У нас даже какая-то самонаводка, по-моему, есть. Видите, как идет странная траектория полета стрелы. Она какая-то очень специфическая. Иди сюда. Ну. Тот тупой, боже, ему тут капкан поставил, он даже не понял. Красавчик, красавчик. Просто огребает за огребает. У нас дэмэдж дилинг дичайше идет. Я пока устанавливал, он уже сам наступил и сам умер. Ой, сейчас будет куча этих, да? О да, детка, о да, я так и знал. Серьезно, горящий стол наносит мне урон? Вы сейчас на полном серьезе, вы не шуткуете, да? Татух не говорю. Кувыркайся, твою мать. Так, потушили. Да попади ты, ну. Потушил? Да матерь уж божья. Потушись. Причем эта мразь уже сдохла давным-давно. Я в него попал, он не потух. Так, ну у него ушла сама эта фишка. На, до свидания. С ХП туго на самом деле. Очень неприятно, прям я бы сказал. Так, иди сюда. Цап-цабе. Мне интересно, сколько капкан наносит, слушайте. Он вроде такой неплохой урон втягивает во врага. Мне это нравится. Мне это очень нравится. Капкан теперь наша постоянная обилочка будет. Так, он может пострелить, по-моему, через эти ящики. Или нет? Держи. Красавчик. Да ладно. Держи еще тогда. Забавно. Тихо. На. Красавчик. Да, вообще изи. Сейчас только хп-ху надо забрать. Тихо. Я же хп-ху забирал, что ж ты делаешь? На, капкан. Жаль, что капкан не отправляет. Было бы вообще изи. Так, хп-хи забрали, руны забрали. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Я только боюсь, что я обелиск где-то пропущу. Я себе этого простить не смогу потом. Так, здесь тоже не пройти. Окей, все, идем в основную комнату. Хобана. И здесь никого. Так, библиотека... Бляха, это ж босс, точно, его постоянно надо будет проходить. На него-то капкан не работает, если что. Это как бы так, инфа. Да ёпресоте. Ну погнали, я готов. Я все помню. Все помню, можете мне не рассказывать. На, в глаз, я отмахнул. На, в глаз.
Тихо. Глаза тупят, кстати, по-моему, летающие. Или нет? На, два в глаз. Две стрелы, обе в глаз. Фух, не задел. Не задел, иди сюда. Да в смысле ты глаз мой затыкал? Ну я чисто прикола ради кину. Вдруг проканает. Оу, щит. Нет, не проканало. Все, убирай. Матерь Божья. Чего он такой громкий? Ну, главное, что руны дал. Это уже плюс. Сможем затариться. А что, дверь закрыта? А, точно. Погнали, я готов ко всему. Я, мать его, убийца. Пустите меня к врагам. Так, оболившийся... А, мне же передышку не дали, да? Псины, ладно. Так, маг сразу вхарю. Ну его нахер. Ой-ой-ой-ой, шкет мелкий, что ж ты натворил? А, маг сам суициднулся, да? Найс, они все поздыхали. Красавчики. Шарят, как надо работать. Отойди. Меня тачаночка спасла. На, яд. На, не наступит он на этот. Держи. Кувырок. От второго тоже кувырок. Нет, там щит стоит, не попаду. Ну иди сюда. Что же у меня, падлы с двух сторон зажать решили? А хрена тебе в нос. На тебе еще выстрел. Дайте мне хп, ху, плиз. Вот без хп... Ай, стоп, там ядовитая херня, надо аккуратнее быть. Без хп не разобраться, нет! Нет, 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 нет. На, иди сюда. Иди ко мне, мой сладенький. Малой улетел. Как он после капкана смог двигаться, объясните мне. Вот, плиз, вот вы когда попадаете в капкан. Ну, это ежедневное дело, да? Вы сразу можете двигаться, правильно? Без всяких проблем, даже без замедления. Иди сюда. Давай, давай, давай. Лошара. Это ж надо на ловушке стать на релот. Держи. Да, свидос, спасибо за хпху. Благодарен как никогда. Так, личинкус, умри. Тихо, надо отойти. Не задел, а жаль. Личинкус. Вот он точно заденет. И вот этого еще вскроем. Так, запись журнала. Вчера мне показалось, что я слышал, как кто-то идет по лестнице. Я была так взволнована, мой план наконец-то реализуется. Оказывается, это был просто бродячий волк. Заблудился, может ли человек заблудиться так же легко, как он. Очень интересно. О, матерь божья, я думал, они уже взорвались. Но нет. Умирай. Ну все, зачищено, зачищено. Вот только жаль, что обелиска нет. Так бы было куда веселей. Здесь какой-то приколяс. Мне это не нравится. Так, фаермаг. Это какой-то прикол. Тут фаермаг находится в уровне, где под ногами вода. То есть он, по сути, свою магию юзнуть даже не может, как я понимаю. Оу, щит, может. Дурашка ты. Дурашка. Нихера, два обелиска получил за то, что его убил. А, на выбор, типа, один из предметов, да? Ну окей. Увеличение урона. Повышает это, конечно, увеличение урона. Причем, почему капля? Печаль из Ака, серьезно? Это отсылочки, что ли? Ну, началось. Держи, красавчик. Держи. Нихера, это насколько увеличение урона произошло? Что-то я не понял. Иди сюда. Сюда иди, чуть ниже, давай. Да не стреляй ты в меня, ну что ж ты тупой такой, ну. Так, отравление есть? Да, урон явно подрос. Держи. Держи, держи. Да блин, я уже заготовил тебе тут. О, маг появился, ты откуда? Ай-яй-яй-яй, я забыл про факелы, тихо. Как же эту собаку теперь забрать? Нет! О, я его теперь не заберу нормально. Это подстава, на самом деле, так факелы использовать. Нельзя так делать. Я не знаю, как в него попасть под углом таким. Это Unreal, мне кажется. Сейчас. Надо вот сюда целиться. Да, есть. Щит. Было бы смешно, если вторая запустилась. Так, у меня один хп, сейчас надо поаккуратней. Так, враг здесь есть. Нет, не запускай, плиз. Плиз, не запускай, ты должен умереть до того, как ты запустишь свой скилл. Нет! Нормально? 6 факелов здесь стояло. Он просто один раз мог плюнуть, и все, и капец. Тут сразу херово туча турели, и мне срака. Я это не люблю. Я это капец как не люблю.
Так, раз. Не пускай магию. Нет, 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 надо бежать. Ой, блин, я себя, конечно, обрек сейчас на страшные муки. Я все понимаю. Но тем не менее. Иди, иди под стеночкой, давай, красавчик. Нет, он еще запустил. Что ж ты делаешь, извер? Иди сюда. Иди ко мне в упор. Моя булочка. Там еще и стоят эти, которые мешают. Не-не-не, я с другой стороны обойду. Ну вас нахер. Пердочелло горит. Там, если что, надо будет очень быстро бежать. В смысле? В смысле? В смысле они через ящики стоят? Я чтобы в них попасть не смог. Не могу, нормально. Ой-ой-ой, тихо. Гуверлык. Надо было все заранее тушить. Я прям как чувствовал на самом деле. Да в смысле, я в тебя попал. Все, иди нахер. Это все надо было заранее тушить. Так, один огонек потух. Этот не потух. Сколько там? Два мага еще ошивается где-то. Навхарю. Навхарю. Да получи ты уже. Это падло уродливое. Ниже стреляй. О, хедшот. Еще ниже. Да умирай. Найс. Давайте монеты сюда. Пошел в сраку. Где у нас выход? Выхода у нас вверх, да? Я намек понял. Раз, потушили. Нет, так не пролетит. Вот так пролетит, но не то потушил. Во, идеально. Фух, так, пока наверх сбегаем. Еще один маг. Нет, иди нахер, иди нахер. Держи ловушку. Фух. Что-то как-то быстро все получилось. Я даже не ожидал, что так быстро проканает. Окей. Так, что у вас здесь, пацаны? Держи. На. На. Красавчик. Суицид мастер про просто. Это было близко. Чуть-чуть бы получил урон. Лучше я здесь спускаться не буду. Я там руны где-то просрал. А как так вышло? Сейчас надо аккуратно. Вот сюда. Где-то здесь потеряна руна. Угу. Спасибо. Теперь главное их донести. Осталось дело за малым. Так, особая комната. Найс, я донес руны. Это самое основное. Забирай. 12 монет, мы можем вообще начудить страшных вещей на 12 монет. Турель я хотел, очень хотел турель. Мне вот только интересно, она заменит мою эту или нет? Да, она заменит. Новый предмет с некоторой помощью гузеца, можно отковать один из них. Заменяет, очень жаль. Но это турель, мать его. Я не знаю, сколько она стоит, релодится прилично. Но она поможет нам, в принципе, уничтожить все живое и не очень. Так, выстрел двух стрел за долю секунды, это понятно. Давайте мне рандомчик, пожалуйста. Завезите. Что? Это рука? Или это палец? Атакующие ближайшие к вам враги окаменевают. Неплохо. Увеличение урона, уменьшение дальности полета снарядов, урон и скорость. Я не знаю, как просто работает окаменение. Серьезно. Я не знаю, как работает окаменение. Ну, давайте возьмем лучше этот. Это полюче будет. Ну погнали турель тестить, чё? Так, драту тебе. Кто готов огребать? Боже, опять уровни огромнейшие. Так, держи турель сразу же. Я тебе в харю стрельну. Причем они гоняются не за турелью, они гоняются за мной. Вот в чем нюанс. То есть они как бы смирились с тем, что они огребут. Ну, иди сюда. Ясно. Турель исчезла, да? Ставим новую. Вот если бы турель еще отравляла, цены бы ей не было. Но пока что капкан топовый. Топовые капканы я пока ничего не видел. Так, здесь пустота. О, давайте вверх, тогда там прочекаем, пройдем по кругу. Или нет, давайте лучше через низ по кругу пойдем. Так проще будет. Так, дратуйте. Держите турель. Держите плюху. Держи еще. Забыл про твои топоры сраные. Пошел нахер, это тебе за топоры, понял, мразь. Найс, найс. Просто красота. Турель не такая бесполезная, как кажется. Так, ну тут можно, по идее, турель не юзать. Надо нагреть просто. Нагрел. Нагрел. Ты что, тупой? О. Ну, стрельни. Есть, отравление пошло. Опа. Нельзя. Это так не работает, товарищ. Что-то их слишком много на этом уровне, кстати. Я так заметил. Угу, ясно. В голову. Отлично, в шкаф вошло. Ну, хоть так.
Лучше... Ой, там маг. Нет. Можно вам турельку сюда кинуть, а вы там развлекайтесь сами, короче. Ну, турелька, ну попади по нему, ну плиз. Я не хочу с ним драться. Ладно, давай вместе его задавим. А турелька ж никак не поможет, твою мать. Текай, Колька. Ой, там нормально монет насыпало, слушайте. Потушить не могу, сейчас угол выберем. Во, потушил, найс. Забираем, турелька релоднулась, да? Нельзя. Еще одно чмо вылезло. Турель, поехала. Куда она стреляет? Что за херня с ней происходит? Я ее установил, у нее стрела в бок, и она стреляет в ящик. И нам больше свободного места, я понял. Вот сюда кидаем тогда. О! Вот это нормально пошло. Топоры себе в жопу засунь. Мразота такая. Я как раз отбежал назад в тот момент, когда он этот сделал. Он же говна кусок, ну. Иди сюда, иди. Да ты серьезно? В смысле, он то кидает топор сверху, когда он летит на меня через 5 секунд. Он кидает мне прям в харю, моменталочкой так, на. Здрасте, вот смотрите. 3, 2, 1. Топор в лицо. Просто вообще без каких-либо проблем. Я такой херни не понимаю. Испытать удачу? Я думал, ты продержишься дольше. Что значит испытать удачу? Играйте как страж, липкая сеть, 5 золотых монет в начале. Как стражница? Это? Нам дают типа бонусный уровень или что? Я что-то не понял. Нам дали монеты, дали скилл. И дали эту бобену. А в чем прикол? Я типа какие-то ништяки получу, если пройду ей хоть что-то. Или что? Я что-то не улавливаю. Ну ладно. Давайте за нее еще побегаем. А че этот хер здесь стоит? Ты что здесь забыл? Не принес сюда, надеюсь, сейчас тебе лучше. Че-то я запутался. Ладно. Пошел нахер. Тоже идите нахер. Почти попал, мразь. Идите сюда, всей толпой. Мне нужна какая-то масуха вообще по-хорошему. Ой, так сетка неплохо таки работает, слушайте. Надо ее... Она еще релодится буквально за херню времени. Not bad, not bad. Так, ну давайте чекать. Пытался стрельнуть, но что-то передумал. Так хотел, потом передумал. Держите сетку, идите ко мне, молодой человек. Красавчик. Послушный песик. Так, проход не открыт и рычага здесь нет. Валим в ту сторону. А, перепутал. Сорян. Держи. Так надо, ничего личного. Причем на воде появляется развод, как будто я сквозь воду стреляю. Палец, о, увидим зато как окаменение работает. Так, забирай. Открывайте все воротики, спасибо. Я не понимаю, в чем суть удачи. Типа, испытай удачу. То есть, я все равно просрал все руны, но мне дают какое-то определенное количество вещей, и я должен что-то делать. Неуязвимость на 2 секунды, обледенение, это все замечательно. Скилл у нас один, поэтому не будем тратиться. Так, доп. Урон, кстати. Восстановление здоровья после убийства нескольких врагов. Стрельба дополнительным снарядом. Снаряд дополнительный мне не очень зашел, на самом деле. Лучше чистый урон и скорострельность. Вот это было бы муа. Просто персик был бы. Сейчас посмотрим, как у нас по урону пойдет. Твою мать. Нельзя. Нормально. Нормальный урон пошел. От пути. Вот яда не хватает, серьезно, я прям чувствую. Ой-ой-ой, я не туда крутанулся. А что это вылилось? А, это я окаменение сделал, да? Меня ударили, типа. Пошел нахер. Все равно 4 выстрела. What the fuck, как это работает? 5 выстрелов. У меня ж урон увеличен, твою мать. Собака, иди нахер просто. Я думал, увернусь, а там стена. Сейчас можно увидеть, как это было тупо. Я такой стою, стреляю, думаю, сейчас голову попаду. Если что, вернусь вниз. Не сработала тактика. Испытать удачу. Вернуться в лагерь, конечно.
Не совсем я понял прикол удачи, ну ладно. Так, что предложишь? Ой, там что-то происходит. Так, я сделаю все, что... Так, взгляните мои рецепты. У тебя вот эта штука есть? Атаковать быстрее, давай. Пока что она мне нравится больше. Не знаю, насколько атака будет действительно быстрее. Так, поменяй персонажа. Так, ты что нам предлагаешь? Изучать твои дела и всегда расслышать о ваших приключениях. Замечательно. Ага, мы можем исследовать их слабости. Неплохо. Это интересно, кстати, это интересно. А что, скелета обычного нет? Скелет-воин со щитом, который... Ну, это, видимо, скелет-воин и был, да? Сколько стоит? 8 рун узнать о нем секреты. Дороговато, пацаны, не? Не думайте. За этих уродцев можно вообще гроши брать, на самом деле. Так, что у нас еще появилось? Увеличивает ваше здоровье и скорость атаки. Вашу атаку и удачу на поиск монет. Ну, конечно, хотелось бы здоровье и скорость атаки. Это нам больше пригодится. Но это уже третий уровень еды. Там дорого. Дорого. Хорошо, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.